Производство киностудии ДЭФА, ГДР. Этот человек – индеец. Много лет тому назад он покинул свой родной край. Долго скитался на юге страны, побывал в больших городах севера, жил среди рыбаков и охотников на тюленей, разгружал суда, пас овец, потом сам занялся скотоводством. Словом, зарабатывал на жизнь, где и как мог. Теперь он возвращается на родину, в свое племя Мансонеро, которое живет здесь давно, в долине аргентинских Анд. Нет, он не собирается оставаться на родине. Он едет, чтобы взять с собой своего брата и жить там, на севере, где живут белые люди. Северино. По роману Эдуарда Кляйна «Северино с островов». Автор сценария Инге Борде. Оператор Ганс Хайнрих. Художник Хайнц Резке. Композитор Гюнтер Фишер. Роли исполняют Гойко Митич, Виолетта Андрей, Константин Фугасин, Мирча Ангелеску, Эммануил Петру, Леон Немчик, Хельмут Шрайбер. Режиссер Клаус Доберке. Ah!
Ах, ты, Плут, опять обманываешь честный народ? Я не обманываю. Вот, смотри, смотри. Что угодно господину? Маленькую квадиту. К сожалению, у меня только четвертинки. Я забочусь о моих гостях. От малой дозы человек не может почувствовать себя счастливым. Ваше здоровье. Эй, еще четвертину. Ты слышишь, хозяин? Запиши на мой счет. Я все заплачу. Давай, давай. Уже записал, что с тобой поделаешь. Пей на здоровье. Я плачу за моего друга. У него накопилась большая сумма. Ничего, давай, я заплачу. И поменьше разговаривай. Это мне нравится, что ты платишь сразу. О, я опять проду. Приятель хороший товар привез, меха. Лисы или зайцы? Лисы. А, привет, Хуан. Привет, старина. Скажи, Плут, какую отраву ты нам продаешь за водку? Не бойся, не отравлю. Дай-ка четвертинку. Надеюсь, когда-нибудь расплатишься. Спасибо. Заведи, а. Заведи. Что ты в этом поймешь? Я так хочу послушать. Говорят, из этого ящика должна звучать музыка. Ты приехал издалека? Да, охота была удачной. Не понимаю охотников. Многие портят шкуры, простреливают их. Да еще разрезают, когда сдирают шкуру. А потом попробуй продать их. А можно ведь хорошо заработать. Ты мне не веришь? Я не продаю. Скажи, кажется, усадьба в 2 милях отсюда. Там раньше стоял индейский тольдо. Хижина Раймунда? Спрашиваешь о хижине Раймунда? Так вот, когда мы сюда приехали, никакой хижины уже не было, и Раймунда не было. Мой брат и я получили эту землю от правительства. Может, ты думаешь, что я лгу? Раймунда умер полгода назад. Умер, и его похоронили. Я знаю об этом. Но я ищу Тольда отца. Или его тоже похоронили? Я спрашиваю, где Тольда отца? Северину? Да, четверть литра. Подумать только. Прошло 10 лет с тех пор, как ты уехал отсюда. Ну, расскажи, как ты там жил на чужбине. Нашел свое счастье. Эй, сын индейца Раймундо. Садись к нам, я хочу выпить с тобой. Оставь его в покое, Педро. Так где же теперь хижина Раймундо? Уже несколько лет люди твоего племени живут в долине. Час езды, если ехать верхом. Почему он не хочет выпить со мной? Почему? Брезгует, да? Оставь его в покое, Педро. Не выводи меня из себя. Может, он разбогател на деньги своего отца, который крал наш скот? Правильно, индеец Раймунда крал скот. Здесь каждый это скажет. Что ты болтаешь? Жалкий вор еще носил эту проклятую ленту на лбу. Thank you.
Можно оставить у тебя на пару дней моих лошадей? Как поживаешь, Блас? Я вижу, ты носишь ленту отца. Северину? Я всегда верил, что ты вернешься. Никто не верил, а я ждал тебя. Теперь мы отомстим за смерть отца. Слушай, после смерти вашего отца я взял твоего младшего брата в свой дом. Он уже больше не Блас. Его имя Райлев. Моего внука зовут теперь Эпулев. Эпулев, а не Карлос. А внучку Хаита, а не Мария. Они из племени Мансонера и должны носить имена своего народа, а не принимать имена белых. Будь они прокляты, эти белые. Когда-то наш народ был свободен, как орел, парящий в небе. Наше племя было большое. У нас было много пастбищ. И охотились мы там, где хотели. Наши воины смело дрались с врагом. И белый человек боялся нас. Мой отец никогда не выпускал копья из рук. Он знал тайну перевала Кондора, и никто не мог победить его. Никто. Ты опять за старое, Николас. Перевала Кондора не существует. Забудь о нем. Прошло 30 лет с тех пор, как был заключен мир. А те, кто не хотел сложить копья, поплатили за это жизнью. Пока в нашем племени есть хоть один воин, тайна перевала Кондора не умрет. А тот, кто знает эту тайну, может исчезать внезапно на глазах у своих врагов. Запомни это. Мой народ свободный, как орел.
Поспи немного, Блас, у нас будет долгий путь. Я не поеду с тобой, Северино. Мы должны узнать, кто убил отца. Почему ты считаешь, что это убийство, а не несчастный случай? Останься, Северино. Я думаю, отец не хотел бы, чтобы мы сейчас уезжали. 10 лет я прожил среди белых, как хотел отец. Мне было тяжело и одиноко, но я все-таки выдержал. А почему, как ты думаешь? Потому что понимал, зачем послал меня отец. Я должен был научиться у белых многому. 10 лет изнурительного труда. Зато теперь мы с тобой сможем купить на севере участок земли и обработать ее. У нас будет персиковая плантация и виноград. Когда ты поживешь там, ты убедишься, что я прав. Отца нет. Его могила в горах, там его убили. Ты его сын, но совсем не знаешь отца. Ты говоришь, он послал тебя учиться у белых. Почему же тогда он сам не ушел с семьей на север? Потому что последнее время он не верил в то, что можно жить с белыми мирно. Он искал перевал Кондор. А зачем он искал его? Он почему-то думал, что там совершаются преступления. Ты все еще думаешь, что это был несчастный случай? Но почему ты все-таки считаешь, что отца убили? Странно, но его нашел белый. Белые тоже бывают разные. Ты привыкнешь жить вместе с ними. Хорошо проверили. Да, да, проверили. Не нашли никого, нигде ни души. Где ваши охотники? Я спрашиваю, где ваши охотники? Молчишь? Так я тебе скажу. Они опять украли наш скот и гонят его через перевал Кондора. Я так и знал, что это случится. Как же ночь, гроза? До утра исчезнут все следы. Послушай, старик, если ты не покажешь туда дорогу, мы подожжем ваши вигвамы.
Вы ищете охотников? Вот они! Вот они! Вот все! Все здесь! Бросьте ружья! Один выстрел, и пленные будут мертвы! Стреляйте! Бейте их! Что же вы медлите? Стреляйте в этих паршивых собак! Бейте! Бейте всех! Стой! Не стрелять! Что вы здесь ищете? Ты что, оглох? Мы шли по следу 5 миль, пока не стемнело. Следы привели сюда. Где наш скот? И так считая до 3. 1, 2. За убийство вас повесят. Тогда почему ваши люди устраивают засады? Это не засады, они пасли овец. Так вот, что я тебе скажу, приятель. Из-за постоянных краж скота несколько семей уже разорены и вынуждены уехать отсюда. Ищите свой скот. Ищите везде. Если найдете здесь хоть одно животное, можете взять виновных. И меня тоже. Хотел бы я знать, что за игру ты затеваешь. Но можешь быть уверен, мы быстро разгадаем твою загадку. А если бы вот так же мы пришли на их землю с оружием и выгнали из хижин, да еще обвинили в краже скота? Разве они стерпели бы такое? Эй, водки, старый мошенник! Всем сидящим здесь я угощаю. Неси бутылку, сказано на всех, слышал? Не торопись, парень, побереги нервы. А, Северина, хочешь забрать своих лошадей? Нет. Ай-яй-яй. В воскресенье занимаешься делами. Нехорошо. Лучше повеселись. Мне не до веселья. Я приехал сюда, чтобы получить ответы на мои вопросы. Например, я хотел бы знать, что видел мой отец перед смертью. И куда исчезает скот, который будто бы крадут люди моего племени? И действительно ли пропадает скот? Садись за наш стол, сын индейца Раймундо. Садись, садись. Мы объясним тебе все. Да ты, кажется, медленно соображаешь. Я вижу, ты ищешь ссоры, сын индейца Раймундо. Я это заметил еще раньше. У тебя плохие манеры. Не скандальте, ребята, я вас прошу. Ты получишь ответы. Их будет столько, что забудешь навсегда, как задавать дурацкие вопросы. Перестань! Опять ты затеваешь с ним ссору. Как же, он очень гордый сын вора. Пусть помолчат. А когда будут в состоянии говорить, скажи им, что их ответы меня не устраивают. А ты молодец. Я дал себе слово не ввязываться в драки. Они вынудили меня. Когда такие парни начинают наглеть? Спасибо. А ты им не отвечаешь, они могут поджечь и твой дом. Слушай, Северина. Это я нашел твоего отца. На его лошади были следы ударов плетью. Мой отец не ездил с плетью, и мы все тоже. И еще странно. Человек срывается, сидя на лошади, с высоты 100 метров, и внизу еще сидит на ней. Не может быть. Как будто его привязали, понимаешь? Он был привязан? Нет. Так в чем же дело?
На нем не было никаких следов. Я об этом молчал. Может быть, мне только показалось. Нет, вспомнил. Я рассказал об этом сержанту полиции. Поговори с ним, он честный малый. А где полицейское управление? Милях 15 отсюда. Там, где расположилась овцеводческая компания. Хорошо, что ты приехал. Я хотел сам отправляться в Тальдерию, когда узнал, что вернулся сын Раймунду. Я говорил с Луисом Картинесом. Послушай, не пытайся предпринимать что-нибудь сам. Некоторые думают, что иногда можно поиграть немного в полицейский. Я не могу успеть везде, у меня всего 2 человека. Но помни, прошли те времена, когда пампасы были беспредельные, законы справедливы. Поверь мне, мальчик. Я был там, где сорвался отец. Вы думаете, это был несчастный случай? Я занимаюсь этим. Лучше уезжай отсюда. Я слышал, ты собирался на север. Но прежде я должен все узнать. Скажите свое мнение, сержант. Ну, хорошо. Я вижу, ты честный парень. С тобой можно говорить откровенно. Так, слушай. Я не верю в несчастный случай, но у меня нет доказательств. Поселенцы очень раздражены, с ними об этом не поговоришь. Я заметил это еще вчера. Неужели исчезает так много скота? Немало. Поселенцы получили эту землю с условием за 5 лет поставить заборы на участках, развести крупный рогатый скот и начать торговать. Если они не выполнят договоры, их выселят. Вот почему они взбешены кражами. Шеф овцеводческой компании развил здесь бурную деятельность. Он скупает все земли у тех, кто разоряется. Например, у Педро украли скот. И он вынужден был продать землю и дом компании. Сейчас он пропивает свои последние жалкие песо. И я не представляю, на какие средства будет жить его семья, а компания, куда он поступил на работу, платит нищенское жалование. Я заметил, есть люди, которые неплохо зарабатывают. Возможно. К сожалению, против них нет улик. Чтобы провести скот через перевал Кондора, если он действительно существует, нужно время, они надолго не уезжают. Между прочим, ваши люди должны торопиться оформить документы на владение землей. Доминго всегда пьян, а Николас и остальные покупают только ружья и патроны. Для охоты надо же питаться. Да, конечно. Доминго, мой отец перед смертью часто уходил в горы. Ты можешь мне сказать, зачем он туда ездил? Ну, он ездил в горы, потому что я его, наверное, посылал. Я начальник Кацик. Да. Белые назначили меня Кациком, потому что мой отец заключил мир с ними 30 лет назад. И они дали мне этот мундир. И эту саблю. И деньги. Много денег. Вот, смотри. На, пей. Это же водка. Водка. Они дали мне все. Они Николасу. Я здесь могу решать все. А этот старый болтун
Он еще хвастается, что знает дорогу на перевал Кондора. Но каждый скажет, что ее знает только Кацики. Например, я. Искал в горах мой отец. Тебе, может, я и скажу, потому что ты разговариваешь со мной с уважением. Раймундо говорил со мной только потому, чтобы я отдал ему бумаги на владение землей. Он хотел их где-то оформить. И белый сержант приходил ко мне из-за этого, но я выгнал его, потому что он только сержант, а я полковник. Завтра мы отправляемся на охоту. Я и мое племя. Ты поедешь с нами. Увидишь, как я умею владеть этой Болеадорой. Дедушка! Махта с Ефатком! Приходи завтра. Рано утром. Я покажу тебе дорогу к перевалу Кондора. Может, отдохнем? Потом. Озеро мертвой воды. Черт побери, он заметил наши следы. Я эти места вижу впервые. Да. Ты их видишь впервые.
Потому что только мы, кацики, имеем право бывать здесь. Это граница между жизнью и смертью. Надо ехать дальше. Я останусь здесь. Дальше ты поедешь один. Хорошо, только покажи мне, как найти перевал Кондора. Я забыл. Как забыл? Забыл. Я так долго живу на свете. Но ты найдешь его, я верю.
Почему ты не убил их? Убил бы, как Раймундо. Ну и болван, неужели ты думаешь, что сержант опять поверит в несчастный случай? Северино, как его отец, сразу все поймет, если найдет следы скота там, на перевале Кондора. Перестаньте спорить, идиоты. Надо что-то придумать. Удирать надо, вот что. В полицейском участке сейчас же появятся наши физиономии. У тебя действительно куриные мозги. Слушай внимательно. Скоро мы скупим всю землю. Конечно, вам это выгодно. Дикари не продлили свой контракт, верно? Ты тогда неплохо придумал угнать скот на перевал, чтобы его растерзали кондоры. А потом вспомнить легенду перевала Кондора, куда якобы индейцы угоняли ваш скот, и опять натравить поселенцев на индейцев. Мы тебе хорошо заплатили. Еще больше заработали сами. Надо придумать что-то новое. Но главное сейчас... чтобы у сержанта не вызвать подозрений, иначе вам не сдобровать. Запомни. Итак, 50% за маленькую войну между поселенцами и индейцами. 30. 45. 35. Сойдемся на 40. Ну хорошо, согласен.
Не стреляй! Они нужны нам живыми! Стреляй четверть литра. Это я, Северино. Я и сам вижу. 30 лет назад начиналось так же. Убирайтесь отсюда. Я буду стрелять в каждого, кто приблизится к хижине. Был у меня друг, который тоже делал, что в голову взбрело. Однажды в разгар зимы отправился рыбачить, а когда собрался домой, его сапоги состряли во льду. И тогда он побежал домой босиком, подхватил воспаление легких и от него умер. У тебя еще есть живые друзья? Парочка есть. И я надеюсь, что они останутся в живых. По крайней мере, я приложу к этому все усилия. Сержант, мы должны взять индейцев. Это не так просто. Только суд сможет решить, кто из вас прав. Пока вы, белые, не пришли в нашу страну, мы были свободны, как кондор, парящий в небе. Кровь за кровь. Это старый закон. Ты, наверное, не раз слышал об этом. Мы изменим этот закон, поверь мне. А мы не успокоимся, пока не выгоним вас из своей страны. Предупреждаю тебя, Николас. Решай, сержант, иначе мы войдем в дом и заберем их силой. Зачем же так? Это гостеприимный дом. Двери для всех открыты. Заходите, но только не больше двух человек. Ружья ставьте за дверью. Мы должны забрать этих людей. Немедленно. И что будет дальше? Мы найдем для них свой закон и управимся без твоей помощи. И как это будет выглядеть? Ты увидишь, подвесим на улице всех подряд. А меня? Меня вы тоже подвесите? Послушай, сержант. Если не отдашь по-хорошему, мы возьмем их силой. Это не выход. Я не согласен. Мы возьмем их, даже если ты будешь против. А я заберу вас. Как вам это понравится? Все. Лучше сделаем так. Выйдем на улицу и скажем, что Северина... И его люди должны спокойно уехать домой. А вы побудете со мной. И пока мы будем торчать здесь с тобой, они сожгут наши дома и убьют наших жен и детей. Если ты боишься, мы с братом останемся здесь, а остальные пускай уезжают. Хорошая мысль. А теперь слушайте все. Вы знаете, я миролюбивый человек. И не выношу побоищ. Обещаю вам, кражи скота больше не будет. А чем ты можешь гарантировать? Чем? Поезжайте на перевал Кондора, и вы поймете, кто вор. Ты отважный и честный человек. Но ты слеп. От белых ты перенял не только одежду, но и их мысли. Эти мысли не подходят нам. Я уведу племя в горы, и оттуда мы начнем войну против белых. Подумай, Северино, если ты еще индеец, пойдешь с нами. Подумай, пока не поздно.
Правительство назначило вознаграждение. 500 песо тому, кто раскроет дело кражи скота. Эти деньги твои, компания выплатит их. Они мне пригодятся. Поезжай завтра и получи их. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ты когда-нибудь видел персиковую плантацию? Что? Ты видел, как цветут персики? Да, конечно. Фелипе. Фелипе. Карлос. Карлос. Фернандо. Фернандо. Пабло. Пабло. Герардо. Герардо. Перес. Перес. Гомес. Гомес. Наварро. Наварро. Мартин. Мартин. Гонсалес. Прости меня, Северина, за то, что я тогда не узнал тебя. Прости. Как только освобожусь, поеду в город, оформлю ваши документы на землю. Спасибо. Прошу тебя, Северина, уезжай. Забирай свои меха, лошадей, собаку и уезжай. Ты не можешь больше жить нашей жизнью. Ты ее не понимаешь. И ты говоришь это сейчас, когда мы узнали правду о гибели отца? Его убили, потому что он знал, кто крал скот. Прощай. Я рад, что ты со мной. Почти все племя ушло с дедушкой в горы. Осталось несколько человек. Они не хотят воевать и верить тебе. Дедушка не потерпит этого. Я боюсь за тебя, Северину. Знаешь, я часто вспоминаю свою жизнь там, на севере. Особенно вспоминается время, когда я жил с охотниками на тюленей. Охота на тюленей необычная и страшная. Тюлени миролюбивые и кроткие. Они не знают врагов. Охотники убивают их просто толстыми палками. И надо спешить, чтобы они не ушли в воду. Представь себе тысячи черных извивающихся спин, тысячи разинутых пастей. Их бьют, пока не онемеют руки. Иногда животное только оглушено, и когда с него сдирают шкуру, оно начинает выть. Или рядом с мертвой матерью лежит детеныш и кричит, и смотрит на тебя, как будто просит пощады. Весь берег полон крови и зловония.
Шкуры пользуются большим спросом, и охотники зарабатывают много денег. Я был на такой охоте только один раз. Больше не выдержал. Это дикое зрелище. Жизнь у охотников там очень тяжелая. Их окружает холодное море и льды. Но там надо бояться не холодного моря, а того, чтобы твое сердце не превратилось в лед. Я хочу поговорить с вами. О чем нам с тобой говорить? Можно зайти в дом? Ходи. Куда? Назад. Выключи эту дрянь. Не могу слушать. Дома жрать нечего, а он покупает всякую ерунду. Платит бешеные деньги. Убери этот ящик. Ничего не поделаешь. Мой брат не любит музыку. Даже такую. Хорош, да? Ну так в чем дело? Николас ушел с племенем в горы. Мы это знаем. Но он недолго там будет. Он пойдет на вас войной. Это же смешно. Сначала он нападет на ваш скот и попытается угнать его. Я предлагаю вместе охранять ваш скот. Поселенцы и индейцы? Такого еще не бывало, но... Индеец остается индейцем. И от них лучше держаться подальше. Ты об этом пожалеешь. Он придет за скотом, но не сегодня. Угонять скот в лунную ночь слишком опасно. Собери людей. Хорошо. Убито больше 40 животных. Сейчас появятся поселенцы и спросят, что происходит. Надо объяснить им, что мы не виноваты. Как это сделать? Скажи Николасу, что он преступник.
Мы приехали, чтобы сжечь дотла вашу Тальдерию. Даем вам полчаса. Если за это время вы не отправитесь к своим дикарям, у вас уже не будет такой возможности. Мы не собираемся уходить отсюда. Это наш дом. Если вы говорите, что это ваш дом, почему вы вчера не сидели дома и исчезли, чтобы опять перестрелять наших животных? Мы хотим спокойно жить, обрабатывать свою землю и разводить скот. Да что с ними разговаривать? Это наша земля, и вы не имеете права вторгаться сюда. Он еще толкует о каком-то праве. Как приятно, когда добрые соседи собираются, чтобы спокойно поговорить. Мне нравится, что вы так мирно настроены. Ну, а если друзья в чем-то не могут договориться, я с удовольствием помогу им. Может, кто-нибудь из вас повторит свою шутку? Я охотно посмеюсь вместе с вами. Сержант, мы требуем, чтобы здесь наступил покой. Да, покой. Мы не знаем покоя ни днем, ни ночью. Вы вправе этого требовать. Но другим способом, не разбивать же друг другу головы. Такой исход на руку тем людям, которые скупают по дешевым ценам землю убитых. И тогда, обращаясь ко мне, вы ошиблись адресом. Вы всегда приезжаете поздно. Я был в городе. Привез документы на землю. В этом деле есть загвоздка. Срок договора уже истек. Доминго должен был давно продлить его. Теперь компания торопится заполучить вашу землю. Эту землю? Но она ведь наша. В долине отличное пастбище. Поэтому от покупателя нет отбоя. И покупает все земли, конечно, компания. Поселенцам сейчас она не по карману. Сколько? 3000. Вы имеете право преимущества на ее покупку. Это законно. Вы давно живете на этих землях. Здесь стоят ваши вигвамы и пасутся ваши стада. Я заплачу деньги. Но дело в том, что заплатить надо немедленно, иначе компания опередит вас. Этого хватит? Кое-кто будет недоволен таким оборотом дела и не сразу сможет привыкнуть к мысли, что потерял эту землю. Я тоже должен буду привыкнуть кое к чему. Я помню. Например, не будет персиковой плантации. Да, например.
Северину! Северину, я боюсь. Давай уедем. Уедем отсюда куда-нибудь. Не важно, что нет денег. Мы найдем работу в городе. Ты же знаешь, Николас не оставит тебя в покое. Давай уйдем в горы. Ты права. Нам надо было уехать еще раньше. Я вижу тебя, Николас. Я вижу тебя и хочу поговорить с тобой. Мы получили документы на нашу землю. Теперь никто не имеет права отнять ее у нас. Манцанеры и поселенцы будут жить вместе. Наши стада смогут спокойно пастись, а матери растить своих детей. Никто не будет дрожать от страха. Никто. Мое тело и сердце изныло от ран, которые нанесли мне и моему народу белые. Мои уши устали слышать обещания, а мои глаза видеть, как эти обещания тысячу раз нарушались белым человеком. Ты говоришь, Северино, что теперь индейцы и белые могут жить вместе в мире? Люди, вы слышали, что он сказал? Это еще одна ложь. Ненависть сделала тебя слепым и глухим. Когда-то мы были гордым и сильным племенем. Если бы не пришли сюда белые, и не появились бы среди нас такие предатели, как ты, мы сегодня были бы отважным народом, которому принадлежали все пампасы от края и до края. Свяжите его.
Ты криво вбил столб. И все остальные тоже. Может быть, ты станешь неплохим скотоводом? А ты еще сомневаешься? Лас и Лус. Оставь его, отойди в сторону. Он должен умереть. Зачем ты пришел? Оставь его в покое. Уходи. Я уйду, когда он будет мертв. А ты? Ты уйдешь со мной. Мы вместе вернемся в наш Тольдо. И все снова будет как прежде. Уходи, дедушка. Ты приносишь нам несчастье. Мы хотим жить здесь мирно. Никто не хочет воевать. Я придумывал для тебя разные смерти, Северино. Я хотел, чтобы сила из тебя уходила постепенно, так как это сделал ты со мной, чтобы смерть стала для тебя благодеянием, а жизнь мукой. Ты это заслужил. Я никогда не сражался против тебя и против моего племени. Я глубоко уважаю тебя. Молчи. Скажи лучше, что у тебя сейчас на душе, когда ты смотришь в глаза собственной смерти? Я ненавижу тебя. Если ты выстрелишь в него, я убью тебя. У меня нет больше коня. Я не могу стрелять дичь. У меня осталась всего одна пуля, и она для тебя. Николас умер. Северино победил. Но он знал, что придется еще не раз защищать свой край. Конец фильма.